Победа и новые возможности. Телеканал «Девятка ТВ», который входит в наш холдинг «Медиа-9», стал еще ближе к зрителю. Сегодня в Москве состоялось заседание комиссии Роскомнадзора, члены которой выбрали «Девятку ТВ» обязательным общедоступным телеканалом для Кировской области. Это значит, что теперь операторы кабельных сетей обязаны включить «Девятку ТВ» в сетку вещания на 21-й кнопке. Таким образом, мы в общем списке будем находиться сразу же после крупных федеральных каналов. Это значит, что зрителям не придется искать любимые программы среди сотен других каналов. Сейчас в эфире телеканала «Девятка ТВ» около 20 общественно-политических, развлекательно-познавательных, молодежных и тематических проектов собственного производства. Как раз это и оценили члены конкурсной комиссии, сообщил генеральный директор холдинга «Медиа-9» Андрей Шпорт. Во время конкурса было три участника. Это мы, собственно, Первый городской канал и РЕН-ТВ Киров. Мы выступали первыми. По всей видимости, наша презентация оказалась наиболее полной и интересной. В том числе у нас достаточно большой объем собственного вещания и достаточно большой объем разнообразных программ. Отсюда, наверное, и положительное решение в нашу сторону. Мы, безусловно, шли на конкурс не только с идеей победить, но и с планом дальнейшего развития. У нас подготовлена программа продвижения канала. Мы еще планируем обновить линейку программы и добавить новые сезоны по ряду проектов.